Ну, начинается новый день, а мы отправляемся бродить по Медине Феса. Медину мы решили оставить чуть-чуть на потом. Дело в том, что сейчас, подойдя к автовокзалу, просто хотели купить билеты на будущее. Увидели крепость, которая расположена на вершине холма, забрались на этот холм, и отсюда открывается просто прекрасная панорама на всю Медину. Но саму панораму вы уже видели. Али Еблеми. Али Еблеми.
Ну вот это вот самая такая яркая и раскрученная достопримечательность Феса – кожевенный красильник, где люди работают так же, как и много веков назад. Вот. Надо сказать, что хорошо, что камера не передает запах, вон тут стоит такая знатная. Причем сейчас еще весна, градусов плюс 15 всего-навсего, а что творится летом, страшно даже представить. Так, ну вот вернулись мы к тому же самому пейзажу, который наблюдали сегодня с утра с вершины холма. Днем успели пробежать по старым улицам Медины-Феса, причем заглядывали в переулки, куда обычно туристы не добредают. Что больше всего удивило, то что обычно выскакивают местные и начинают кричать «Клоус, клоус, сюда нельзя!». Вот. Интересно, действительно туда нельзя или просто они таким образом пугают, стараясь заработать денег, чтобы вот вывести на обычные туристические улицы. Вот. Ну а на этом посещение Феса у нас заканчивается. Завтра мы уже едем в следующий пункт нашей программы, еще один крупный город – Марракеш. Наступил новый день, а мы приехали на железнодорожный вокзал Феса. Он находится в новом городе, который расположен на некотором удалении от Медины. Вот, сейчас идем покупать билеты. Решили сегодня поступить следующим образом. Доехать сначала до города Сале, который является соседним с Рабатом. Мы не успели в нем погулять, вот первое наше посещение. И потом двинемся дальше уже до Марракеша. Дело в том, что если ехать напрямую до Марракеша, там получается аж 8 часов на поезде, что довольно утомительно. Поэтому сделаем билеты. Вот осталось у нас немного времени до поезда. Решили мы углубиться в кварталы Нового Феса, но это вот, по всей видимости, центральная мечеть. Итак, сели мы в поезд, но до Сале где-то ехать часа, наверное, 3.
приехали в Нафсале. Я напомню, это город-спутник Рабата. Они расположены совсем рядом друг от друга, и сюда даже ходит трамвай из Рабата. Вот, сейчас находимся около ворот Медины. Надеюсь, мы успеем прогуляться по ней, потому что погода такая сейчас непредсказуемая. Вот, и хотим дойти до океана. Итак, погуляли мы часа три по Сале. Ну, конечно, город, не сказать, что сильно впечатляет. Здешняя Медина по сравнению с Мединами Феса или Шершауна, ну, несколько проигрывает. Но тоже вполне так симпатично и цветастенько. Самое интересное, конечно, здесь самое впечатляющее, это вид на Рабат, который открывается с побережья океана. Ну, все это вы уже видели. Вот, ну а мы едем дальше. У нас 5-часовая поездка в Марракеш. Наконец добрались мы до Марракеша. Прошло где-то 5,5 часов. Во-первых, поезд опоздал, и в пути он тоже протормозил где-то на полчаса. Вот. Так что в целом надо сказать, что марокканские железные дороги нашим РЖД проигрывают по всем статьям.